тут такое дело. Вчера мы ездили на рыбалку, значит, по дороге обратно видели поле кукурузное. Ну и что вы думаете? Я предложила Илье принести для Анечки кукурузку. Анечка вчера поела, теперь нужно угостить детей пушистых. Давайте я почищу. Нет? Вы сами будете, что ли? Помогать вам не надо? Ну, драться-то не надо, зачем? Надо листики вот так вот счищать. Нужен листик? Вот, ешь листик. Джулиан сейчас сидел, чистил листик, держал в руке. Марго просто психанула, устала чистить. Взяла, отобрала у него листик прямо из рук и съела. Начала кушать, точнее. Во-во-во. Марго, вот это вообще высшая степень наглости. Пока я стою, чищу им, они сидят, упираются, листья грызут. Вы еще не знаете, что вся вкуснота-то внутри, вот здесь вот.